Канал Репортер. Я уже в Канаде. Говорю немножко странно, потому что все замерзает. И я думал, что в Канаде будет теплее. Ну, конечно, теплее, чем в Заполярье, но и недостаточно, чтобы можно было раздеваться. Погода меняется все время. Вот вчера снег шел, ну, быстренько все чистят. Я сейчас нахожусь в городе Вайтхорс, это столица территории Юкон. Что-то у меня с голосом, не знаю, пропал. Так, холодный воздух, я тут дышу. Вот. Это типа центральная улица. Маленький городишко, но безумно очаровательный. И очень такой интересный. Развитая велосипедная инфраструктура. Очень много спорта. Сегодня был в бане, наверное, после бани голос. Там 150 гривен и за целый день. И бассейны, горки, там как аквазона. Вообще супер. Вот, у меня уже третья неделя подходит к концу именно велосипедного моего пути. Рассчитываю еще месяц по Канаде ехать. И думаю, что примерно холод начнет заканчиваться. Единственное, что у меня сейчас часто связь пропадает. Я хоть и купил американскую карточку, которая обещает работать и в Штатах, и в Канаде, и в Мексике, но именно территория Юкон, она не работает. И у меня следующий сейчас этап тоже будет. Вот я сейчас 6 дней вообще без связи был. Сейчас опять предстоит ехать самому. Ну, виды красивые. Я сейчас там еще покажу. Днем у меня есть видео. Красивые, конечно, но холодно. Это как бы и недостаток, но и все же момент плюс, потому что медведи спят. У меня есть спрей от медведей. Говорят, что работает, другие говорят, что не работает. Но мне лучше, чтобы они спали. Вот, если честно. Очень рад, что я сюда приехал, потому что теперь я точно знаю, что такое холод, что такое Аляска и что такое север Канады. Вот. С вами был Руслан Верин. До новых городов, до новых стран, до новых границ. Пока.